Срочно разыскиваются водители, слесари, каменщики, пекари, продавцы. В Украине сейчас остро не хватает рабочих рук. Вакансий миллион, а вот желающих трудиться не так уж много. Никто не хочет идти работать за копейки, ведь за границей люди таких профессий получают существенно больше. К примеру, в Британии хорошие строители зарабатывают как депутаты парламента, и в Европе охотно берут на работу наших соотечественников. А вот что ждет Украину? Ведь уже сейчас в наших пекарнях, ЖЭКах, автопарках работать попросту некому. Тему трудового дефицита продолжит Павлина Василенко. Работа Татьяны – одна из самых востребованных. Вот только очередь на вакансию не стоит. В этом ЖЭКе никак не могут найти дворника, поэтому Татьяне приходится работать за троих. Тяжелый труд, конечно, как для женщины. Я вот лично работаю на двух участках. И, естественно, люди разбегаются, потому что зарплата небольшая. 3200 ставка – это очень мало для дворника. Если бы было бы больше зарплата, люди бы снова бы ехали и работали. Слесарь-сантехник тоже в дефиците. Молодежь не идет, и работа тяжелая, и зарплата в среднем 6000 гривен непривлекательна. Поэтому гайки крутит старая гвардия. Людей нас мало. А об'єми роботи збільшилися, і ми ходимо, як прокажені, з них падаємо. Приходимо додому, нічого не хочеться. У нас на кожного виходить по 6-7 будинків обслуговування. Це більше тисячі квартир. Якщо раніше дворникам давали служебне жилье, то зараз ні. А робочих же кличуть і по Києву, і по області, і навіть за її пределами. Кияни не хочуть йти на цю роботу. Йдемо на компроміс у людей, хто зможе як працювати. Чи періодами, от, я ж говорю, в зимовий період в селі менше роботи, то приїжджайте хоч на якийсь час. Они тоже расклеивают объявления и активно ищут водителей. В этом черновицком АТП простаивает 10 автобусов. Ведь водители уволились и уехали в Польшу. Там зарплата около 1000 евро. Не в пример украинским 4-8 тысячам гривен. Фирмы приезжают с Польши, отбирают водителей, даже к нам на Украину отбирают себе водителей, да, и забирают их туда работать. Им открывают визу, в принципе, на полгода, рабочую визу. Они, когда заканчивается виза, мы их принимаем снова на работу, пока им открывается новая виза, и они снова уезжают. Новых сотрудников приходит мало, но все же есть те, кто хочет остаться. За кордон выезжают, потому что едут дальнобойщиками работать на фурах. На великих автомобілях. А у нас можна достатньо працювати на маршрутці, достатньо заробляти, що нікуди не потрібно їздити. Водителі, дворники, повара, продавці і сантехніки. В Україні острий дефіцит робочих рук. І головних причин дві – низькі зарплати і непрестижність професії. У нас в країні один із найвисоких показателів людей з вищим образованням – 82%. Но стільки дипломованих спеціалістів ринку попросту не потрібно. У нас зараз є таке відчуття, що є хороші вакансії першого сорту. Це там юристи, економісти, маркетологи, а є якийсь другий сорт. Це там продавці, офіціанти, слюсарі, двірники і всяке таке інше. Хоча насправді в Європі, наприклад, такого розшарування нема. Петр приехал в Лондон 17 лет назад, когда в Польше была похожа на украинскую ситуацию. Первые 4 года работал сам, потом набрал команду строителей. Сейчас предлагает полный спектр услуг – от дизайна помещения до воплощения идеи. Работа очень прибыльная. Его зарплата намного выше средней по стране. Зарабатывает почти столько же, как и депутаты британского парламента. У них зарплата 4300 фунтов в месяц. Может позволить себе отдых в любой стране мира. Профессия хоть и не особо престижная, но денежная. Люди, работающие руками, в Британии очень ценятся. Люди в Лондоне и Англии в целом очень богатые. Они любят тратить деньги, они любят классные вещи, часто делают ремонты. Поэтому им нужны мы, строители. В данный момент мы забронированы вплоть до Нового года. Хороший строитель может здесь зарабатывать от 2 до 4 тысяч фунтов в месяц. Это очень много. Пока основным направлением, куда уезжают украинцы, остается Польша. Но вскоре, говорят эксперты, вектор может измениться. В Германии и Нидерландах уже подсчитали, что через 8 лет у них будет 5 миллионов вакансий. Через деякі роки нам треба зрозуміти, що в нас зараз 15,9 мільйонів працеспроможного населення. І 5 мільйонів вакансій у сусідів – це для нас така трохи завелика цифра. Наші нинішні роботодавці лишаться без своїх співробітників. Або не зможуть їх втримати, або будуть дуже
боротися. Держава тут нічого не може зробити насправді. Мають робити роботодавці. От як тільки вони розуміють, що сьогодні не надлишок робочої сили, а дефіцит робочої сили, як тільки вони розуміють, що до них черга не стоїть, щоб отримати те робоче місце за цією зарплатою, яку вони пропонують. Вони починають ці на поступки і підвищують заробітну плату. Дефіцит робочих рук в Україні уже став для Одесіта Олександра золотой акцією. Строїтель по образованию, центр зайнятості направил його учиться на електрогазосварщика. Полгода учебы і Олександр відкрив своє діло. Нормальних сварщиків дуже мало. Ну, якщо сварщик нормальний, то минимум 10 тысяч в месяц у него получается. Работы хватает, заработка тоже хватает. В принципе, ехать куда-то за границу, думаю, не имеет смысла. Под его началом работает 5 человек. На площадке сухой закон. Непьющие специалисты – конкурентное преимущество. Ну, а строители, они, которые злоупотребляют алкоголем. Вот. Поэтому я и стараюсь. На первых порах беру пока с училища, потому что пока они проходят практику, я к ним присматриваюсь и уже знаю, ответственный, неответственный человек, будет он работать, не будет он работать. Но пример Александра сейчас скорее исключение. И пока дефицит рабочих профессий в Украине будет расти. Ведь для трудовой миграции мы страна непривлекательная, а на наших рабочих в Европе запрос очень высокий. Павлина Василенко, Андрей Анастасов, Ольга Паламарюк, Светлана Чернецкая. Подробности недели. Телеканал «Интер».